Россия, в принципе, страна глубоко политизированная. Вот, скажем, по сравнению с Америкой, у нас 60% населения говорит, думает и как бы вот сам идентифицируется с политикой. А там это процентов 12. Это хобби. Хобби, которое, если не приносит деньги, то находится на заднем плане. Я думаю, что это нормально и здорово. Это такая болезнь роста, потому что долго мы жили вообще без политики. Вопрос в том, что слово «либерал» абсолютно неправильно понимается. Как правило, либералами называют плохих, а патриотами называют хороших. В то время как либералы – это люди, которые защищают права человека, патриоты, которые защищают права государства. Вот лично я либералка и как бы всегда ей буду, независимо от того, какие критерии надуманные в это вкладывает общество.